погода там. Когда солнце. У меня вышли так. Ну вчера там до обеда было солнце. Так, да. Ну здорово, пошли на лужок, и там этой тропинок нету, идешь. Потом так мысли нормально замечаются. Чувствуешь. А вот и сам автор. Это мы один из. Нет, груди его нам, а он как раз. А ваши где работают? Ну, портреты и вот эти декоративные. Хорошо. Дерево. А вот эти вот работы тоже ваши? Ну, вот декоративные, да. И вот это на вход. Отлично. Да. Вообще. Я зашел сразу, говорю. Мне нравится. Спасибо. Такого чистого цвета. Ну, просто такая скульптура, да? Ну, да, вот это вот придало какой-то интересности. Это просто клиент, да? Ну, пока. Я, кстати, вот эти вот руки очень смотрел. Я думал, это что? Ну, это как экстремум, да. А так, ну, хотя бы тогда, если бы скоро, то надо немножко сказать. Ну, там у каждого раз презентация. Это не руки, а самое разрешение. И это ваше? Да. А как фамилия? Грудин. Грудин? А имя? Михаил. А вы откуда узнали Кристина? Вы художник. И вы так любите. Сначала учились за ним. Да, когда? Это же в школе. Нет, я не тут. Здесь еще? Я был еще в филармонии. Когда-то жена была там, у филармонии. Ну, у меня такие знакомые. Ну, это было там. Ну, там люди сейчас его продолжают. Я так ходил со стороны академии, заглядывал в двери, которые я уже понял. И тоже ваша работа, да? Ага. Хорошо. Это другого моего. Ну, все будет замечательно. Ну, просто так интересно, когда мы брали экспозицию, что сочетается. Ну, мне картины тоже нравятся. Ну, там еще в институте так. Тоже для сочетания, да? Да. А выставлялись? Да, выставлялись. Ну, что, не бог-то, да? Да, да. Ну, там даже мало открывает. Я думал, мазня какая-то тут. Вполне прилично. Там дальше. Кашка с
если ты косарь. Не, вот у него косарь, надо будет портреты классные. Да, я видел. Сильный рисунок тоже интересный. Это не на Киквитце, да. А кто был это руководитель? Черноусов не помнит? А, у Черноусова он вас не видел, он так еще знает. Видел, слышал. Это свой одноклассник. А был он... Ты что, случайно? Не, он закрыл. А был, наверное, директором еще я, да? Да. Тоже друг. Связанная с искренностью. Член корреспондент Академии художеств. Сейчас он секретарь. Нет, член секретарь Академии. Кто у вас там Черноусов? Дизайнер. А? Ну, дизайнер у меня Черноусов. Да? Там у нас есть дизайнер, есть отдельная художественная. Да. Обычно это будет. Промышленность тоже есть? Нет, там есть много. Я был. Пытались как-то выгнать. Далеко боюсь. Да, он был одновременно вот стрельничек, а потом там далеко, не доехал. А есть профессор из Лори. Занял место, а теперь его нет. Ну да, не так просто удержал. Не, ну хорошо, что он существует там как альтернатива академии. Ну, плюс там и текстиль, и керамика, и вышивка. Так а вы как что-то не думаете, сейчас уже точнее это сделали? Инженер. Ходил, потом всю школу прорисовал, потом когда-то поступали в архитектуру, кисти, а потом не получилось. Стал инженером, инженером абсолютно. Ну, не знаю. Не, ну, значит, что-то дома передавить, я передавал. Можешь писать, не пиши. Ну, сейчас такое, я все равно у меня все друзья, они, в принципе, этим не зарабатывают. Все равно где-то работают. И вы тоже, да? Где-то оформите, да? Ну, я вот в Сергеям сейчас. Да? Ну, в росписи Сергеям сейчас. Ну, еще. Хотя бы они связаны с художеством. А так, кто друзья там все работают. Тоже художки, кто на вообще. Ну, еще можно. Если есть самое время, то хорошо. Может быть, кому-то там книгу оформить? Не, ну, да, иногда и продается. Вот это он делал Луцкий персональный рисунок, который продал. Но там более такая классика. Ну, сейчас трудно. Сейчас трудно. Сейчас как раз не время, ничего. Будет время. Там уже когда трудно, не больше получится. Это так. Ничего, аукционы сейчас бывают, он же. Аукционы. Так кто ж на пожертвование? Нет, ну вот здесь тоже был как бы аукцион пожертвования больного человека. Вчера. И как раз Олег Антропеев натюрморт, он продался. И там часть денег, да. Тоже будет. Ну, как бы и подраздел сделать. Выставки, я помню, Николай говорил, что это там просмотры в конце года, в институте просмотры идут. А, также да. Обязательно. Ну, как и сессия студенческая жизнь. Он сам учился в этом самом, в этом. Художественно-промышленный был, художественно-промышленный есть он сейчас.
Общежитие было в этом в Лавре, там угол такой, в Лавре. Я помню, когда первый раз приехал в Киев, у меня нет родственников в Киеве, так я пошел туда, в этот самый. Кольки, там же народ уезжает на выходные, а я этот самый. А это было как раз, где я приехал? Как раз было коллоквиум в математике, я там дикнулись там зимой. И поехал, так же времени нету, поехал. Так я в этой лавре как раз и жил, пацаны такие интересные, вот такие художники. Для меня было так это интересно. И что еще запомнилось, как там, как час такие, этот бум-бум-бум колокол, да. Есть там этот, сейчас он институт, по-моему, промышленный, с такого началось. Там дизайн, не ну ладно. Удачи вам. Творчески. То есть не вам, а тебе. Меценаты побольше, да? А если все каталог делать и посылать через интернет за рубеж, может там спрос будет? Ну, у нас как бы куратор есть. То есть сейчас же формы. Форма разного, тому що може бути провінціальний городок, а тут такі шедеври придавили. Була у нас виставка, тому там журнали всі українські початки, українські мистецтва. Хто хоче, тот оцінить. Допустим, якщо чоловік і займається, то якщо я, звісно, я далеко, ну а якщо люди вже займаються, то вони звучають, так? Потому что эти люди и собирают таланты всего мира. И вот через это можно продолжать. Международный проект. До свидания. Там же тоже еще произведение искусства же не так просто. Правда, тогда художник спасибо. До свидания. Я же говорю, он опасается художественно. Почему-то. Ну да, я угадал. Но я тоже угадал. А может, когда-то так и не будет?